Очень скоро Николай Гумилев сделал ей предложение руки и сердца и получил отказ. Коней подарил мне мой друг Люцифер, и одно золотое с рубином кольцо, чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо. Кони фыркали, били копытом маня, понестись на широком пространстве земном. Я верил, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. Много звездных ночей, много огненных дней я скитался, не зная скитанью конца. Я смеялся порывом могучих коней и игре моего золотого кольца. Там на высях сознания безумие и снег, но коней я ударил свистящим бичом. Я на выси сознания направил их бег и увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны, в странном взоре сливался с ответом вопрос. И я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне шестого коня, и отчаянье было название ему. Люцифер подарил мне шестого коня, и отчаянье было название. Снова и снова он делал ей предложение. То соглашалась, то отказывалась. 7 лет он осаждал эту крепость. Да. Но голос хрустальный казался особенно звонок, когда он упрямо сказал роковое «не надо». Царица, или, может быть, только капризный ребенок, усталый ребенок с бессильной мукой взглядом.